Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня мы снимаем еще одно видео Орел и Решка. Как я вижу, вы очень любите это видео. И еще, что я хотела вам сказать, в прошлом видео была Рарити. К сожалению, Рарити не смогла прийти. Поэтому... у нас новая, можно сказать, ведущая. Ее зовут Радуга. Всем привет! Да, сегодня у нас немного другое, можно сказать, шоу. Ну, как бы, мы сначала пойдем в магазин, а потом будем заселяться в отель. Поэтому все деньги сразу, ну, как бы, не тратить, а то у нас тут так мало денег. Так, давайте начинать. Так, вот у меня тут монетка. Где моя монетка? Секундочку. Она в сумочке. Сейчас её возьму. Так, вот монетка. Вот смотрите, сейчас вот тут нарисован орел. Секундочку. Так, а вот это, вот, ну, все знают. Единичка. 1 рубль, точнее. Мы сразу говорю... будем тратить немножко денег на магазины, так как нам надо селиться в отеле. И мы будем тут 2 дня, как и полагается. Так что подкидываем монетку. Орел! Решка! И сейчас, секундочку. Уи! Решка! Решка! Наконец-то! Моя золотая карточка. Секундочку. Ура! Ой, сейчас возьму. Золотая карточка, ура, ура, ура. Эх, как мне повезло, у меня всего 100 рублей. Не, ну как 100 рублей? У нас же отели, ну, считай, дешевые, так что у тебя 100... не рубли, у тебя 101, это, доллара. Да, у меня золотая карточка. Так, значит, вот это вот тебе. Забирай. Ура, ура! Я так счастлива. Да убери ты его от меня. Ладно, ладно. Ну я же королева. Почему это... А, я сейчас знаю, как сделать. Я королева. Ну ладно, поноси. Ура, я и королева еще. Ура! Кстати, мы находимся в старом магазине, где цены не очень-то и дорогие, поэтому здесь можно купить немного еды, а я куплю много. Очень рада за тебя. Ладно, пойдем. А? Что это такое? А? Что это? Чего с светом случилось? Простите, пожалуйста, у нас там сбой, поэтому, мы сейчас починим свет, вы пока что под этим светом ходите. Ну, чего еще ожидать от старого магазина? Простите, мне надо починить, вы пока подождите 5 минуточек. Вы пока можете выбирать, так как у нас маленькое освещение есть. Секундочку. Ладно, пойдем. Это мне не помешает, золотая карточка. Кстати, радуга заметь, когда у тебя золотая карточка появилась, аж свет говорит, нет, нет, нет. Да-да-да. Эх, ладно, что тут купить-то можно? Дешевенького, главное, чтобы не еще в какой-нибудь хостел или отель. Так, надо что-нибудь нужное. Сразу говорю, в отеле, в хостеле не будет еды. Ну и в отеле я не знаю. А, значит, мне надо покушать что-нибудь взять. Так, вот сколько пирожки стоит? Сейчас посмотрю. Так, сегодняшний. Так, срок годности. Сейчас пойду у кассирца, потому что где мои деньги? А вот. Добрый день. Здравствуйте. А вы не подскажете, у вас вот сколько стоят вот эти пирожки? Секундочку. Пип-пип. Так, эти пирожки стоят, секундочку, 15 рублей. Ой, мне подходит. Вам что-нибудь еще подсказать? Нет, спасибо, пока что нет. О, свет включился, ура! Так, все, вы можете выбирать дальше. Спасибо. А что же мне взять?
Так, я возьму, наверное, хороший отель, но мне не помешает взять себе колечко. Я же королева. Ой-ой-ой, королева, блин. Что, блин? Я беру себе вот это колечко. Так, что бы мне еще взять? Наверное, расческу возьму. У тебя расчесочка еще. А потом... Ай. Надо подумать. Может, какую-нибудь фигурку? Ой, чтобы скучно не было. Да, возьму себе фигурку. Блестящую, я же королева. Так, ой, прости. Ничего. Так, ну мне тут расчески никакой больше нет. Блин, а у меня тут с собой-то есть она? Нет. Тут телефон, вода. Хотя, подождите. Так, завоз товара, завоз товара. Ура, может, там будет расческа? Завоз товара. Вот, дамочки, хотите, возьмите. Можно посмотреть, да. Мы пока еще не расставили, поэтому вы можете даже помочь нам. Так, ну вот. Я хочу расчесочку. Она сколько стоит у вас? Ценник не указан, сейчас я его налеплю. Пип. 5 рублей. Ладно, возьму. Может, что-нибудь еще? Хотя мне остается, ну, в принципе, 80 долларов. Ну, сойдет. Все. Зеркало мне, в принципе, не нужно. Там у них в хостеле есть, я слышала, в одном. Так, а мне еще можно много чего набрать. Я возьму себе большое зеркало. Даже не знаю, что же еще взять. Перекусить надо, если на всякий случай возьму. Вот этот большой тортик. Все. Так, я пойду первую в очередь. Все. Пробейте мне это, пожалуйста, все. Ой, сейчас. Вот сумочка моя. А вот денежки мои. Так, давайте. Вот и вот. Так, давайте сейчас я вам пробью все. Пип. Ой, пип. Так, с вас всего 20 рублей. 20? Хорошо. Так, ну вы там не разменяйте, пожалуйста. Секундочку. Так, вот тут монетка моя. Сейчас. Вот, пожалуйста, вам 80 рублей по десяточками. А десятки, они у вас бумажные? Да, у нас есть бумажные десяточки. Так, сейчас надо эту всю сумку сложить, а то... Сейчас, секундочку, ой, простите. Сейчас, опа. Стоять, стоять, стойте. Так, женщина, пожалуйста, не задерживайте очередь. Я вроде никому не мешаю. Так, давайте быстрее деньги складывать сюда. Сейчас. Ура, у меня золотая карточка. Да блин, хватит уже. Я очень, кстати, за тебя рада, блин. Ну почему не я? Потому что ты была в прошлый раз золотой карточкой. Это верно. Так, ладно, надо все сложить. Так, все. Я пошла искать отель. Увидимся позже. Ну, потом, короче, в конце сезона этого. Не сезона, а этого. Ну, ты поняла, да. Серии этой, да. Так, а мне, пожалуйста, вот пробейте... Секундочку, в очередь стану. Мне, пожалуйста, вот это вот пробейте. А у вас сумки нет? Нет, у меня машина. Хорошо. Так. Пип. Что-то поняшу вам, да. Пип. 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 Так. То есть кучку. Так. С вас всего 210. У меня вот карточка. Пип. Пип. Все. Пробито. А я пойду свои вещи. А вот в такую машинку, которую я взяла. Вот, смотрите, сейчас вам покажу эту мою машинку. Ну, карета такая. Так, вот это багажник. Сюда надо складывать все. Что угодно. Так, поняшку сюда. Ой, она не влезает, поняшка. Поняша, давай. Ой, вот, вот. Молодец. Так, сюда я положу зеркальце. Аккуратненько. Ой-ой-ой-ой.
мое зеркальце, мое. Вот, смотрите, зеркальце. А вот это я все возьму с собой и карточку золотую. Ну что ж, ребята, увидимся потом. Ждите продолжения. И всем пока, вы были телеканал Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. И ждите продолжения. Всем пока. Пока-пока.